Жители дома на Советской армии 281, глядя на свой дом 60-х годов постройки, теперь не нарадуются. Яркий оптимистичный цвет, отсутствие трещин на стенах. По проекту ремонтировать должны были крышу, но сами жители на общем собрании решили, что в капитальном ремонте нуждается именно фасад. В декабре подрядчик приступил к работе. Первыми приятные изменения почувствовали жители угловых квартир. Сейчас стало теплее в боковых квартирах, там, где утеплили. Здесь фасад вот у нас только красят и ремонтируют, просто приводят в надлежащий вид. Вот утепление прошло с боков. Вот. А в боковых квартирах стало намного теплее, суше, сами стены теплыми стали. Через пару недель у двухэтажки появятся новые двери и подъездные окна. Все остальные работы выполнены. Причем зима и минусовые температуры подрядчикам не помеха. Новые технологии позволяют работать при любой погоде. Работы фасадные всегда производились только в теплое время года, потому что материалы, которые раньше производились, они позволяли работать там до плюс 5 градусов, ниже уже не позволяли. Сейчас есть современные материалы, которые позволяют практически все операции фасадные производить до минус 10 практически градусов. С момента начала работы программы по капитальному ремонту в порядок привели почти 2000 домов. В 2016-м отремонтируют еще несколько сотен. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.